Всем привет, я Юлия Андреева, я расскажу вам о погоде на четверг, 29 октября. В четверг на территории нашей области синоптики прогнозируют преимущественно пасмурную погоду. В Уржуме-Налинске плюс 3, в Котельниче до 5 градусов со знаком плюс, малооблачно будет в Лузе и плюс 6. В Кирове днем в четверг будет пасмурно, воздух прогреется до 5 градусов со знаком плюс, ночью ожидается 0 плюс 1. Ветер подует южный, до 4 метров в секунду, влажность воздуха составит 71%. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, магнитное поле будет спокойным. 9 часов 9 минут продлится световой день в этот четверг, луна растущая. На этом у меня все. Это был прогноз погоды на четверг, 29 октября. Пока-пока.